Офигеть. Вопрос. Я не сомневаюсь, что мы великий народ. И у меня абсолютно никаких имперских замашек нет. Нет. Мы настолько сами по себе хороши и велики, что нам никого захватывать не надо. То, что мы вернули Крым, мы его просто вернули. Ну, муж с женой, когда расходятся, иногда муж себе забирает то, что подарил, то, что считает, что это его. И это нормально. По контракту, скажем так, да? И Крым-то и никогда не был. Так вот, мы хорошие, мы добрые. Ну, как мой глубоко любимый Владимир Владимирович сказал про медведя, которого не надо трогать. Вот, я считаю, что ну не трогайте нас. Да у нас все так будет хорошо, что все еще позавидуют. А Мишка пусть у себя в берлоге сидит, лапку свою сосет зимой, летом вылезает, вот, лосося кушает, как и мы. Поэтому я абсолютно уверен, что Россия величайшая страна. Я патриот, честно. И если что, не будите медведя.